В конце октября этого года на острове отдыха прошел первый официальный митинг против строительства ферросплавного завода. В итоге собравшиеся под руководством активистов движения «Красноярск против» приняли резолюцию. В ней протестующие просят власти запретить строительство рядом с Красноярском предприятий первого и второго классов санитарной опасности. Сегодня в проекте «Завод за и против» мы попробуем разобраться, насколько это возможно. Это постановление главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. В нем описывается санитарная классификация предприятий. Согласно документу, к производствам первого класса опасности относятся мясокомбинаты и мясохладобойни, свиноводческие комплексы и птицефабрики с содержанием более 400 тысяч кур несушек, комплексы крупного рогатого скота. По сути, предприятия, без которых обойтись ни при каких условиях не получится. Но активисты движения «Красноярск против» уверяют, они этого и не требовали. Речь идет о промышленных опасных предприятиях, которые принесут дополнительную непоправимую нагрузку на экологию края и на здоровье. Мы не перегибаем палку. Мы говорим в данном случае о металлургических предприятиях. Мы говорим о промышленных предприятиях. Беспокойство активистов сторонние эксперты понимают и принимают, но есть одно «но». По их словам, в Сибири, которая не может похвастаться ни сельским хозяйством, ни животноводством, ни даже туризмом, отказ от тяжелой промышленности чреват последствиями. Мы понимаем, как в Киргизии было. Закрыли все предприятия, стала зеленая страна, но половина населения осталась без работы, и они у нас толкутся на наших стройках. Мы этого хотим, но нам некуда уезжать. Вот просто нам надо здесь работать. У активистов и на это есть свои аргументы. Они считают, что руководство компании «Чиксу», говоря о создании 1200 рабочих мест, просто пускает пыль в глаза. В 90-е годы инженеры лишились работы. Вот. Они не получат эту работу на этом предприятии. Они так и останутся в других сферах задействованы. Потому что это будет работа просто, низкоинтеллектуальная, когда ты просто кидаешь шихту. Что такое ферросплавное производство и как оно выглядит, знает не понаслышке бывший министр природных ресурсов России Виктор Орлов. Прежде всего, говорит он, нужно разделять понятия о старом и новом производстве. Небо и земля – это совершенно другие технологии. Вот это максимум автоматизации, максимум. Это высокооплачиваемые не только там рабочие места, это высококвалифицированные рабочие места. Понимаете, то есть надо забыть в своем представлении, что это в робе металлург, значит, в очках там и все прочее. Нет такого сегодня. К слову, активистов движения уже не раз обвиняли в некомпетентности. Якобы пытаясь разобраться в непрофильных вопросах, они могут наломать дров. А ведь к ним прислушиваются тысячи горожан. Сейчас мы все слышим только одно мнение, что против, против, против. Почему? Непонятно. Ну вот против. Но дело в том, что учитель в школе, или, допустим, не знаю, там, врач или еще какой-нибудь, так сказать, работник, который не связан с техникой, не может оценить адекватно техническое решение. Говорить плохо – это неправильно. Да, я, допустим, не имею профильного образования, тем не менее, информация есть в открытом доступе. Читайте, смотрите. И более того, нас же консультируют люди, которые имеют профильное образование. Впрочем, по словам экспертов, есть то, в чем можно упрекнуть и активистов движения, и представителей компании «Чиксу ВК». Обе стороны мало информировали красноярцев по существу. Это, к слову, показал прошедший митинг. Что такое ферросплавное производство и насколько оно вредно, к сожалению, знают немногие. Что вы знаете о производстве ферросплава? Я думаю, как простые обыватели тоже посмотрели в интернете. Конечно, это все плохо. Ферросплав – это переработка марганца. И что? Я не специалист, не могу судить, насколько завод вреден. Но на Красноярск уже нагрузка на экологию Красноярскую сильная. Почему тогда мы сейчас мужиков на алюминиевом заводе не защищаем? Вопрос хороший, но как вы думаете сами, почему? Я не знаю, я вам этот вопрос задаю. На следующей неделе мы расскажем, пожалуй, о самых главных аспектах возможного строительства ферросплавного завода. Вы увидите кадры из Новокузнецка, где подобное предприятие работает уже около 70 лет. Чем же может грозить Красноярску такое соседство? Вопрос открытый, но лишь до понедельника. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчава, Игорь Лобакин, Афонтово. Новости.